Доброе утро. Давайте начнем с плана тащить. Полки магазин. На сегодняшний день мы в понедельник подписали договор на 5 лет на поставку газа. Вчера нам открыли, подали газ. Включена третья школа. Сегодня утром параметры 50/43. Что говорится о том, что в школе уже пошло тепло, потому что с вечера, когда мы запустили, было 45-18, если я правильно. Значит, 10-я школа там 55/48, но там не было слишком много воздуха внутри, там ребята поедут и посмотрят в садик и школу. Потому что там типа завоздушная трасса, маленькие параметры, и 15 школ. Куда еще не доехали, как бы думаю, сообщат. Ну, в принципе, там запрос в курсе, и если что какие-то там ребята не нужны, эти котельницы при без оператора. Скажите, вот вы сейчас преподнесли информацию. Значит, вы только одно не сказали, что это во исполнение того распоряжения примара, где разрешено соблюдать санитарную норму по учебным, школьным и лечебным. Да? То есть это не начало отопительного сезона. Это не начало отопительного сезона. Чтобы все звучало котели, правильно. Да, эти котельные, значит, они подходят по той концепции, где нет начала и окончания отопительного сезона, потому что с индивидуальными, как говорится, котельными. Эти котельные дают только на эти... И в целях соблюдения санитарных норм. Остальные сегодня с утра, значит, будут проезжать через все котельные, где будут делать так называемый холодный запуск, пуск всех насосов, проверка гидравлики, проверка пуска горелок, настройка. В принципе, будем ждать распоряжения просто. И все. Кооперативы нет, не сдали нам, ни один кооператив не сдал нам паспорта готового. Вы обращались? Мы им вручили предписание после окончания пересезона, какие мероприятия мы должны выполнять, там написано. И, соответственно, чтобы они тоже, там еще есть один пункт, возврат долгов, оплата долгов жильцами, чтобы совместно с председателем работать над тем, чтобы рассчитать. Ну, наверное, последние 6 лет ни разу ни один кооператив не подавал паспорта. У меня все. На сегодняшний день предприятие работает в обычном режиме. Проблем нет, система полная с водой, дома заполнены. Работаем по графику, все сделано, все ремонтные работы завершены. Ведем покраску, побелку, вот такое-то. Никаких там команд у вас? Газ есть, свет есть, вода есть. То есть вы полностью готовы? Полностью. Прекрасно. Когда последний раз делался хотя бы, по крайней мере, визуальный осмотр состояния изоляции наружных? Делаю, Вячеслав Иванович, но и частично дают материалы. Материалы пока как дают, мы их сразу используем. Где есть места, делаем, где ремонтируем. Но полностью состояние, я бы сказал, удовлетворительное. Но полностью мы отремонтировали. Я полностью согласен с вашей формулировкой о том, что состояние удовлетворительное на тех участках, где вы подаете тепло к дому. Но когда после перехода через Когульскую, и там уже состояние может быть требуемое? Нет, там мы сделали, там ничего не, там высоко, и, во-первых, нету, чем я понял, где этот участок на углу, где идет дорога. Да. Я понял, мы там делали, изолировали, но оно опять, у нас раньше была машина вышка, сейчас она вышла из строя, и пока ее сделаю, отопительный сезон точно закончится. Потери в течение всего отопительного сезона лягут только на предприятии, потом опять появится этот разнобой по цифрам. Но это не,
уже чисто на вашем внутреннем участке. Хорошо, возьмем на заметку. Сам директор, оборудование станции готово к работе. То есть те мероприятия, которые были запланированы, мы были выполнены по оборудованию станции. Отчет был представлен в отдел муниципального хозяйства. У нас есть заключен договор на поставку газа, то есть в тех необходимых объемах, которые нам необходимы для прохождения зимнего периода. Что касается оборудованных сетей, то сети тоже подготовлены. Сегодня будут завершены, в крайнем случае завтра, работы по улице Хотинская и дальше уже, то есть с восстановлением этого участка дороги. Дальше будет восстановление участка замененного, дальше будут проводиться работы по изоляции трубопровода по подвальных помещениях и там, где будет это возможно, то есть эту работу мы будем вести до конца года. В этом году, то есть мы с завтрашнего дня начинаем пусконаладочные работы по оборудованию станции. Кроме этого, с понедельника тоже будут начинаться пусконаладочные работы по новой станции, которую мы планируем ее в этом году успешно запустить и работать в параллели, то есть в зависимости от температурного режима мы будем находить более наиболее оптимальный режим работы. И учитывая тот прогноз, который есть на следующей неделе, то есть ожидается похолодание, станция готова к началу отопительного сезона, и ждем распоряжения примарии о его начале. Все на 100% готово, да? Да. И там у вас еще есть участок Конева Александра Челбун, не восстановленный. Тоже, когда будете вот, заниматься восстановлением после работы. Так это завтра должно быть. Ну, да, там тоже завершается восстановительная работа, но там планируем уже восстановление. Я извиняюсь, тут немножечко ситуация по-другому. Сергей Владимирович сидит рядом. Он сегодня заканчивает с асфальтом с нижней стороны по улице Конева, а завтра переходит на верхний участок. Сегодня Друмуш Белц делает Александру Челбун. Вы частично повредили и покрытие улицы Александру Челбун на этом перекрестке. Поэтому с ДСУ вам нужно завтра определиться. Это улица с ними, а тендер выиграла у вас другая организация, не ДСУ. Вам сегодня нужно вдвоем определиться, как вы эту улицу закрываете. Не может быть, половина разрытия восстановлена ДСУ, а половина разрытия восстановлена Друмур Белц. Там нужно сегодня принимать решение и за. Проблема, а так у вас победитель кто? ДРСУ, у нас с ним заключен договор, у нас нету ли другой компании, которая восстанавливает там. Мы работали с ним, мы его за базаром закрыли, то есть все там на память. У нас договор с ДРСУ. И нет, мы не нужны там перекрас тендер. Ну, это, наверное, для себя все будет нести уже с другой. Ну, выведите. И второй вопрос тогда между вами двумя. Там было, что по деньгам, по долгам, по ранее оплаченным, заранее оплаченные работы ДРСУ была претензия. Вы тоже разберитесь, чтобы она. Есть претензия. От вас пришла информация о том, что по шести объектам, которые были заказаны и оплачены, ДРСУ не довыполнила по квадратуре. Так разберитесь тоже сейчас с деньгами, чтобы выйти на. По деньгам у нас проблем нет, по деньгам. У нас нет задолженности перед ДРСУ. Тогда зачем писали в наш адрес, в адрес примарей? Хорошо, смотрите. Я все. И еще такой вопрос. Вы только что сказали, что подадите теплоноситель и будете продолжать работы по восстановлению изоляции трубопроводов в подвальных помещениях. При поданном теплоносителе? Что? При поданном теплоносителе будете. Там где-то возможно. Там где-то возможно. Градусов не работает с этим. Делать сможет. Есть такие участки, где можно делать. Но в основном работа по изоляции у нас тоже завершена. Ты просто опять. Это опять потеря.
Это после первой платежки опять приходит сюда и начинает нас дорезать. Это до прибора учета, это потери наши. Потери ваши, потери которые, наши, да. которые ложатся потом в ваши потери в тариф. Все потери, другого источника нет у вас. Нормативные потери мы вкладываемся, поэтому вопрос уменьшения потерь у нас, это важно для нас. И тут нормативные потери утвержденных НРМ вкладываемся. Давайте запускаемся, чтобы ничего получается. Так вы готовы, да, это? Да. Хорошо. Дерсу. Избиратель работает в текущем режиме. Дальше занимается первым текущим ремонтированным кладбищем для одного психбольницы. Там идет реагирование с посыпкой материала душного. Второе, вывоз мусора тоже с кладбища, так как там собралось много мусора, мы работаем там, не успевали. Потом улица Конева. Славян сказал, что сегодня заканчиваем нижнюю часть, переходим сюда наверх. Мы сегодня свяжемся тогда с ДЭО, посмотрим, как будет завтра делать там, чтобы сделать этот участок работы. Значит, дальше мы уже восстановили, идем тоже по городу восстановление разрытий по Черноморду. Мы закончим тут большой объем, там 75 тонн пошло за рынком, за Бермаком, за рынком. И, в принципе, и восстановление разрытий, так и мы идем еще ледовая канализация, чистка более 100 метров, район городского возра. Там же, вы знаете, уже подошло к концу, уже под захват за церковь сюда Николая Деватора. И сейчас основной дартор, сегодня марш, максимум завтра, заканчиваем чистить эту пойму реки, для того, чтобы освободили эти три трубы. Уже они практически освобождены. В принципе, там тоже работа сделана. Вы на Молодого сняли остановку для ремонта. Когда вы ее поставите обратно? Сейчас приходит нам на 10 часов под небесных парней таких ремонт работы. Уже мы совместно с ним будем сегодня планировать работу по остановке. На новых бельцах там тоже надо остановить. Ну, там переговорная эту часть правого города, и новые бельцы, и Молодого, поэтому сейчас мы посмотрим, что могут одни, что мы будем делать. У него есть этот фонд, который они делают. В принципе, работы. Закончим, самый серьезный, можем уже брать павильоны делать, не имеем там план, не потом. Что с ТЭЦом, все, в принципе, основная работа у нас на это будет направлена. С полигоном какой долг? Полигон нормально, должность 260 тысяч. 300 тысяч практически. И когда вы закроете? Мы ждем 3 миллиона 77 тысяч с примарей, мы все арты сдали. Что касается мусора, примария вам не должна денег. Мы в комплексе работаем. Как вы в комплексе? Ну так, надо заправлять машину, надо зарплату платить людям. Вы 15 числа деньги получили за мусор? Получили 100 тысяч. Как 100 тысяч? Ну так, такая у нас причина. У нас после 1 числа идет основная сумма. То есть до 15 числа вы собрали 100 тысяч на вывоз мусора? Нет, мы 10 числа или 11 мы получили 100 тысяч. Мы заплатили зарплату 600 тысяч. И сейчас нам надо платить налоги. Нам надо уже практически, если мы идем к этой теме, сложная ситуация. 3 миллиона 77 тысяч примарей нам нужно перечислить. Это выработали деньги, тут все находится тут примарей в отделе. Находятся письма с приложенными документами. На письма вы получите ответ. А по состоянию дела вам тоже известны ответы на эти вопросы. Нет, при чем тут письма? Мы говорим о проблемах работы, не письма. Объем работ. Нет. Сразу было сказано, что по этим объемам работ, которые отвергаются, там есть некоторые объемы работы. Да. Да. Некоторые объемы работ, где у вас идет какие-то претензии, но основная сумма с 3 миллионов 77 тысяч наверняка должна поступить к этой сумме. Ответы на письма по этому вопросу вы получите. Установлены законом. Вячеслав Иванович, мы говорим сегодня об актах выполненных работ. Мы не говорим о письмах. А я говорю о письмах, сопроводительных письмах к актам выполненных работ. Акты, которые мы вам вернули. Как бы сопроводительное письмо. На сопроводительное письмо ответ в соответствии с действующим законодательством получен. Ради Бога, ну какие вы примете меры, так и будет. Заблокируем, какие-то меры работы. Действуем в соответствии с действующим законодательством. Ну, 4 числа сдаем этот самый документ. Я все понимаю. Прошли эти дебаты, прошло все, давайте не останавливайте, мои деньги, я же собрался и говорю себе дебаты. Я не принимал никакого участия ни в каких дебатах, поэтому эти слова ко мне не применяют.
я говорю, в общем, кто принимал, кто не принимал, кто... Я говорю, сегодня предприятие. Давайте как-то решим эти вопросы, чтобы реально там... Сейчас блокируют полигон, эти мини должны 250 тысяч, мы зарплату не задали людям. У нас сейчас налог 25 числа начнется. Это наша сумма, которая реально заработана, в чем будет? Так вы об этом ничего не думали, когда делали работу без согласования с примарией? Значит, в тех работах, когда вы думаете, ну, по Садовяну, там все 500 тысяч. Основная сумма 2 миллиона 700, это работы, которые мы с вами фрезеровали, ямочный ремонт. На 1 700 тысяч ямочный ремонт мы сделали. Да, я знаю, но до сих пор эти работы не проверены, потому что вы не даете информацию. Ну как не даем? Ну так, Вячеслав Иванович проверил объемы, что вы на него показываете? Он проверяет объемы, а не деньги. Дадите информацию, все проверим и разберемся. 4 числа. У вас на столе она лежит. Лично у вас, вот, лично информация. У меня на столе ничего не лежит. Ну, не знаю, может, да, почему-то. Так вот, чтобы вы знали, говорю, ничего не лежит. Я же не могу обыски проводить, у вас пока нет у кого. Я говорю, примари. Мне еще осталось это сделать. Ну, да. Могли бы прийти с обысками, посмотрели бы мебель у меня за 70 тысяч. Да, ну, что, Не, ну предвыборная кампания, вы сказали, уже закончилась. А, давайте занимайтесь, ну, да, работой. Давайте определимся, что с деньгами. 3 миллиона. С деньгами дайте доступ к информации, мы определимся, что с деньгами. А какие проблемы с тобой? Он сказал, Николай Николаевич, еще 19 сентября. Уже прошло полтора месяца. И так от вас никаких движений нет. Вы можете провести объект, вы все можете сейчас сделать. Проблемы сейчас мы все можем сделать. Никто не за какую-то пенсию. Вы правы, мы все сделаем для того, чтобы вы... Скажете, что делать? Скажем. Соль с песком. Солью с песком и с техникой. Как все стоит. Ну что, какой песок, какая техника? Если так вам дали 400 тысяч. Можно принести. Вам дали 400 тысяч на закупку соли и песка. 400 тысяч, если там ни одной зарплаты не видно, но люди там забастовку делают на предприятии, ну? Так вам 400 тысяч дали на закупку песка и соли. Нам дали 400 тысяч, да. Поступило со стороны примарии. Я их пропустил на заработную плату, я говорю. Ну. Мы придем в обстрелы. Грейдер этот самый. Пескоразбрасыватель там делали, мы сколько вот сделали, уже разобрали, сделали двигатель полностью. На погрузчик купили на 30 тысяч коробку, все там тоже идет завершение, в принципе, то. Материалы сейчас есть у нас, не можем это сам. Договора у нас есть, все у нас есть, в принципе, надо проплатить. Договора сюда не показали, номер хотя бы не сказали, да, мы, ничего. Мы объявили тендер, чтобы потом можно было выбрать на комиссии. Ну так нету, это же начало. Разница в предоплатах или по это самое. Мы не знаем, какая сумма по финансированию будет, чтобы мы знали. Потому что если мы даем по факту или по предоплате, это одна цена. Если мы по... В рассрочку уже берем, это вторая цена совсем будет. Но сейчас это означает одно, что даже договора на поставку соли и песка у вас нет. Мы имеем 5 договоров, Бессорович. Есть 5 договоров, как нет. Сколько машин сегодня готовы, если нужно, к утру смогут раскидывать песок? Чем они будут? С лопатами? А ну почему с лопатами? Они все технические справы? Ну да, новые машины. 3 КамАЗа, 1 ЗИЛ. 4, 5 ЗИЛ сейчас вот уже днем будет готов. Надо купить там с КамАЗами пару. Тоже не все есть хорошо. И можно говорить о том, что готовы выехать тогда, когда наш человек и человек с инспектората полиции его осмотрели, не осматривали, не предъявили к осмотру. Сразу документы сейчас готовы, эти лопатки на Симаше сделаны, и все у нас приготовлены за последний час, даже есть по этой лопатке сделаны. Там надо потому, мы по 5 на каждую технику, по 5. Выберите время, пригласите, когда и нас, и нашего специалиста, инспектората полиции, чтобы мы осмотрели. Пожалуйста, когда вам удобно, вот давайте сегодня посоветуем. На 3 часа нормально? 15 минут у вас будет человек. Все, 15 минут. На сегодняшнее утро зарегистрировано 2 прорыва. Один остался со вчерашнего дня. Мы подготовили там на замену трубы. Все бригады выехали. Все нормально.
предприятие работает в штатном режиме. На сегодняшний момент выполнено по ремонту кровли 29 тысяч квадратных метров, вот, из которых 76 квартир на 4452 квадратных метра сделали своими силами. Вот. Подготовка к осенне-зимнему периоду завершена на 97% подготовлена. Значит, остались дома, которые совместно с представителями Чернобыля, где установлены ТП. Все в рабочем режиме. Все остальное с термогазом? Да, термогаз паспорта сданы в неделе до 3 часов дня. Такой вопрос. Извините, что у вас тоже долг по полигону? 24 тысячи. Да, я знаю, вчера звонили. Мы обещали, я обещала им перезвонить сегодня после обеда, если будут у нас деньги, мы перечислим. А какой есть, думаете, выставленного строя? Мы перечислим ту сумму, которая у нас будет на счету, чтобы... Мы перечислим 24 тысячи. Перечислять. По возможности, сколько у нас будет, мы перечислим. Вопрос к вам и к, потом, когда био будет, какими способами, путями вы собираетесь усилить работу по сбору и вывозу листвы? Эти два вопроса к вам, они взаимоувязаны. Все, вот листва пошла, все территории гребутся. Так, ну, эту работу нужно усиливать. Как вы это видите на сегодняшний день? Путем увеличения количества людей, либо путем привлечения специализированной техники, либо путем субботника, но все равно, если мы сейчас запустим, и оно прилипнет, намокнет, прилипнет, его будет сложнее доставать оттуда, с тех кустов, все это растительное, мусор растительного происхождения. Поэтому именно сейчас этому вопросу. Хорошо, я встречусь с начальником отдела, мы обязательно на данный момент люди работают, территории убраны. Территории убраны, но они засыпаются, да. Просто засыпаются. Каждое утро бурты. Все равно застряло. Смотрите, ну, тут нужно к этому вопросу подойти внимательно. Био, это будет сенсация вас. На сегодняшний утро штатный режим работает. Все вчера, последующие дни заявок нету, но все равно бригада выехали на профилактическую работу. Так вот, меня интересует только одно, что вот сейчас идут работы интенсивно по микрорайону Аэродромная, Сорокская, вот в этом районе. Это объект не ваш, но потом все равно оно все попадает к вам. Я просил бы, чтобы вы надзор свой, тем более, точнее, к сожалению, это недалеко, как и говорили раньше. И в каждом моменте, когда возникают какие-то вопросы, связанные с последующей эксплуатацией, чтобы они снимались, не потом исправлялись, а ошибки, которые, или решение вопроса находилось в ходе строительства. В ходе строительства. Вот это. Ну, по отопительному сезону лечебное учреждение готово. Последние документы были сданы поликлиника вчера. Шестая поликлиника подготовила документы по клинической больнице, педиатрия уже 2 недели отапливается, то есть детское отделение. Температура у них от 18 до 22 градусов. Все страны ждут центральное отопление подключения. У нас были большие нарекания в отношении прививочного материала по против бешенства, но только в пятницу в республику поступили прививки. Теперь на территории города находится общий объем 200 прививок. То есть прививочный материал есть, и поэтому звонки, даже если будут иметь место, они не должны быть. По клипу, который надвигается на сегодняшний день, отправляется ежедневно уже в течение недели 2 анализа в Кишинев, один от инфекционистов и один из поликлиник. Гриппа в городе нет, в республике пока официально не объявлено. Ожидается поступление прививочного материала против гриппа к 1 числу. Мы будем сообщать дополнительно. И с 15 числа у нас идет неделя месячных сбора донорской крови, поэтому все, кто желающие, хотят сдать кровь, могут подойти в центр сдачи крови и добровольно ее сдать. Все. Мы работаем по
по штефам Челмари, это аэродромные, до 1 мая вопрос. По Конева, Александр Челбун, Залесочка, сегодня выполняем Щосева, выполнили Николай Георга. Завтра, думаю, перейдем на аэродромную. Также цветники розарии, вытаскиваем сухие цветочки, мы приводим в порядок, подготавливаем. Бригада по сносу работает в плановом режиме. Готовимся дальше к зимнему периоду. К зимнему периоду какой же у вас цена готовности? Что у вас был самый низкий, да? У нас дело в том, что просто с пескосоляной смесью, как бы, у нас есть 35 тонн, договора заключены. Относительно детского парка мы послали письмо, там, видимо, вышла какая-то ошибка, что мы написали до 15 числа, к 15 закрытию, потому что ежегодно мы закрываем его 1 ноября. Розы тоже сейчас мы не можем начать окучивание, потому что еще очень рано. Точно так же 1 числа начнем. В остальном, до конца этой недели уже первая партия теплой спецодежды должна быть готова. На технику? Техника 7 единиц готовы, на 2 единицы нужно докупить 2 единицы навесного оборудования. Остальная готова. Уже число начало приехать, посмотреть, что ваши специалисты приехали. Ну, их технику мы видим просто каждый день в работе там. Просто меняется представление? Да, мы ее видим. Вопрос листвы. Это самый больной вопрос. Сейчас засыпается город. И то, как еще что, допустим, вчерашний день пришлось сделать 3 раза остановиться перед водителями и попросить их быть внимательными. О чем веду речь? Собранные кучи листвы, бурты листвы на краю, куда паркуется машина, и опять это все на середину дороги. И ваши люди сзади. Поэтому то, как... И сделать этому водителю ничего не можешь. Я сфотографировал номера, но это все просто так. Можно делать озвучку без принятия каких-то санкций. А вот по тому, чтобы кучи листвы с учетом этого фактора разгильдяйства не складировались на обочине, а так, чтобы они были все-таки больше на тротуаре. Не разбивались. Просто... Пустая работа. Они собрали этот разгильдяй, проехал, ваши пришли, опять собирали. Если не проведем работу с такими, то они садите. Испланируют эти работы. Погодные условия позволяют работать подрядная организация, как Вячеслав Иванович сказал, на устройстве новой хрусткальной канализации в микрорайоне Слободея, аэродромная Карачебану Сорокская. Мы работаем вместе с Глориум Инженерим. Значит, проводятся работы продолжается по устройству хрусткальной канализации в центральной части города Московская, Пушкин, 31 августа. Далее ведутся работы по ремонту улица Лесечка с расширением. Как у них ведутся работы? А, как ведутся? Сейчас электромонтажные работы ведутся. Ну, они по выносу сетей готовятся. Сейчас ведутся. Когда они планируют начать? Как только электрики уйдут оттуда. Вчера во второй половине дня убрана последняя опора С угла. Которая была помехой. Все. Закончены работы по той аварийной ситуации, которая сложилась при прорыве этой газовой трубы среднего давления, умудрились и это 6 обрывов кабелей и 1 обрыв на газовых сетях. Это на таком участке это просто нужно иметь не то что умение, способность, а и дар. Просто надо стараться. Найти, да. Без дара, со старанием, если не будешь одаренный, так даже не получится. Ну, еще дело в том, что там очень много кабелей, и есть частные, и не все нанесены, поэтому... порвали то, что нанесены. Порвали то, что нанесены. Сегодня уже никаких сдерживающих факторов нету. Что будет дальше? Сейчас положить вторую линию бордюра, да? Да, вторую линию бордюра приступить к корыту. Ну и, соответственно, материал в большей степени уже завезен. Да. Тот, который предусматривался, вот так находится. Технику, грейдер вчера, у них там была поломка на грейдере тоже, 16.00, он уже работал,
Прочевали пни, снесены, и помашки, объясняется. В принципе, работает. Выполнена площадка, спортивная площадка по улице Конева, разметка нанесена. Сейчас готовится площадка по бульвару Лариса тоже. Нанесение разметки и обустройство вокруг площадки. А там те две, которые остались? Работают. В работе. Вчера было прислано в электронном виде смета на исключение добавления по новому проекту, по колее Шалвара, измененным проектом по Крылова. Будем проверяем, будем выносить на рабочую. Ну, посмотрим, какие изменения. Но они ведут там работы? Будут, конечно. Да будут или ведут? А, ведут, я имею в виду, я, простите, не расслышала, да, ведут там, но пока не будет соответствующих изменений, ну, таких вот глобальных каких-то. И, там есть глобальные изменения? Да, особенно у Каля Ешки. А там дополнительные, сумма дополнительная получается. А по Крылова? А по Крылова там 6 тысяч, по-моему, всего-навсего. Там есть исключение и добавление, разница всего 6 тысяч. Не, ну 6 тысяч. Это смешно, да? Да. И переданы подрядной организации предложения по скамейкам, урнам, которые должны быть установлены вокруг этих площадок. Не надо. Там должен быть еще тротуар, да? С, тротуар по ребрик. Короткая и, сторона. И, да, да. И где по периметру, где с короткой стороной, да. А там большой тротуар, оно почти до бульвара, до асфальта доходит по проекту. Так что в этом отношении работают. Был провис сильный кабеля, это кабель Оранж на бульваре, между двух школ, как раз дети идут прям, не знаю, метр до поверхности тротуара. Ну, в общем, обещали приехать его, поднять его, но потому что механизмы будут держать, но будут проблемы. В общем, не сильно реагируют, я хочу сказать, держать его. Это проблема. Я имею в виду телеку. Да, я тоже, я позвонила, сказала, я возьму дома кусачки, я обрежу. Сразу обнимется. Да там и без кусачек можно сказать. Я не могла, идем. Последний кабель, который, это был телеком, не телекомовский, это частной фирмы, Вирс. Вот, и телеком тоже выехал, и телеком. И телеком пришел, вот, а это частный кабель, последний, кто пришел. И расположен офис в 300 метров, да, от объекта. Не могли снести и этого сказали, что они заходили к ним. Заходили, но тот, который там был, ничего не знает. Не наш, да. И вот этот, не дай бог, тронешь кабель, соответственно, штрафные санкции идут. И вот это сдерживало тоже работу по лесечке. Очень проблем. Все, пока. Все. Предприятие работает в рамках определенного графика движения. Поступила вчера вводная по корректировке движения на улице Александра Щелбун. Там будем работать корпус с железнодорожниками и подстраивать свои графики, ну, движения. И помогать им, да. И помогать. А что делать? Да. Надо. Да, поэтому надо быть готовым к тому, что будет некоторый сбой движения в районе кольца БАМ. Может быть, считаю, по минимальным. Но это на сколько дней? Это на несколько пару дней. Значит, обещают до воскресенья включительно закрыть эту дорогу. Сейчас не работают. Сначала делают не по вашему полосе. Нет, они же по полосе ословенной до молитвенного дома, потом. А потом вы будете перевозить. Да, там уже начнутся проблемы, когда они пойдут уже в обратно. А не хватает, да, длинной пробки. Нет, мы вчера выходили, работали по. Отрабатывали, но не получается. Троллейбус так может. И какое решение вы приняли? Будем работать по факту. После того, как будет сделана протравка и до укатки тот промежуток времени, движение придется останавливать на уровне троллейбусного управления, возвращать назад. По грубому слою асфальта надо разрешать движение. Когда будет ложиться уже верхний слой, тогда уже немножко будет сбой. Но я думаю, что будет минимально. Будет сбой, но постараемся. Ну, так делайте, что когда у вас пассажиропоток уменьшается? В субботу, воскресенье? В любом случае, мы работаем на один пассажир, не на часы пик. Наш пассажир. Да, понятно, но не в часы пик просто. Да, чтобы это происходило. В часы пик нам обещают обеспечить. В часы пик просто вот как сейчас, сыро.
сейчас все равно асфальт ложить не можешь, протравку делать не можешь. А подготовительные работы будут вестись параллельно с движением. Успокаивает то, что до воскресенья включительно обещали все. Что там у вас с проектом? Значит, подписан договор уже с консультантами. Консультанты выставились сейчас тоже на оплату, на часть, на частичную оплату их труда. Банк должен перечислить эту сумму денег и начнется работать. Что вопросы были, это уже так. Вопросы есть еще? Спасибо.